Вот наши работы. В конце сейчас мы подойдем, все посмотрим подробненько. Арт-пленера «Лавандовое вдохновение» в городе Чирпан, Болгария. Великолепные работы Марии Малевой. Яркие, замечательные краски. Экспрессия цвета. Мои работы. Работы болгарской художницы Фани. Как же направим композицията? Работа замечательная у украинской художницы Елены. Также работы Марии Масловой. Директорите като дойдат някъде развалят на всичко комфорта. И поначало това отвътре е бита. Это портрет Мария Маслева, выполненный българским художником. Всеки по картината. Ето бе, така бе. Вот и българского художника Димка Нинова. Димка, вот он и сам. Замечательные работы нашего куратора Светлозара Медева. Ще махнем различните картини от пленерници. И махнем, няма ги носим. Това си ги приберем. Не бе, не ми за това снимката. Сега? За тази снимка? За тази. Това е по-хубави да прочета. Това си извъд извън кабар. Ами аз ще ги... Ще махна портрети. Абе, и си от тук ще ни снима си. Да го сложа до сега. Цял живот пятно чакаме. И в целом, вот такая замечательная выставка получается. Яркая, экспрессивная, красивая. То, что могла заметить я, заметите вы, конечно.